Напомню, Украина начала отвод тяжелого вооружения еще позавчера. Представители ОБСЕ за этим наблюдают, фиксируют и то, как придерживаются данной части Минских соглашений боевики. Вот видео происходящего в Донецке. Колонну, скорее всего, сопровождали российские кадровые военные в форме, без опознавательных знаков. И вдруг один из них стал передавать приветы, чем себя и выдал. Кемеровская область, привет! Тапки особенно! Кузбасс!